Здравствуйте! Меня зовут Феофанова Настя. Мне 7 лет. Я дома не скучаю, потому что у меня есть книжки. Но у меня есть любимая энциклопедия, потому что там я могу узнать много новых и интересных вещей. У меня есть хобби. Я люблю выкладывать мозаику. Картинки из нее получаются очень яркими и красочными. Я люблю заниматься спортом. У меня есть занимаюсь хореографией. 3 раза в неделю у меня проходят онлайн-уроки. Хотите посмотреть, как они проходят? Прошел день, и наступил уже вечер. Сейчас пора уже пить молоко и спать. До новых встреч, друзья!